Yeah.
девушки должны собрать. Язык ваш третий родной. Все такие, знаете, сленговые, официальные, официальные. Только приличные, пожалуйста. Но, да? Одно из них лишнее. Вот это лишнее, и нужно записать. Тоже такой для вас детский сад. Задание будет попроще, относительно попроще. Как у вас дела с пословицами? Сейчас проверим. Кашей масло не испортишь? Время. У вас только 5 минут. А каждому свой или один? Одному. Каждый выбирает себе рисунок и три рисунка на руку. Да. Ай, блин, быстрее. Я дайте мне проехать вообще. Оля, сюда. Дайте проехать. А всех одинаково решили? Сейчас время закончится, да? Вот как вы привыкли к правильным ответам, да? Пожалуйста,
27, шли голова в голову. Все ясно.